Ну, во-первых, поздравляем с званием лучшего игрока матча, сегодняшнего матча. Спасибо. Сложная для тебя была игра? Да, достаточно сложная. Первый период выдался нелегким. Прямо потом ребята во втором периоде выровняли игру. Ну, все, в принципе. Заметил ли ты, так мы сейчас только что общались с Анатолием Семеновым, что игра, в принципе, в последних матчах немного отодвинулась от ворот? То есть и линия нападения, и линия обороны все-таки старается принимать соперника ближе к синей линии, да, и немного отодвигать игру от ворот? Да, ребята полностью выполняют установку тренера, там, пятеро впереди, пятеро сзади. Защитники более уверенно стали играть. Как бы пару уже давно Анатолий Анатольевич сделал пары, и они играют постоянно, уже ребята более сыграны. И поэтому вот игра немножко отодвинулась от наших ворот. Ребята помогают, учащают отскоки. Для тебя получается легче чуть-чуть? Да, конечно, легче. И психологически, и физически? Ну, физически больше, психологически. А как ты относишься к тому, что ты практически чуть ли не там первый или второй вратарь в лиге, который провел на льду максимальное количество времени? Ну, это же здорово. Максимальная игровая практика. С каждой игрой я расту. Тяжело? Как хоккеист. Ну, как вам сказать, тяжело. Но такая жизнь хоккеист. Лучше играть, чем на банке сидеть. Ясно. То есть для тебя несколько игр подряд не является чем-то сверхъестественным и тяжелым? Нет, нормально. Я когда в Тольяттинской «Ладе» еще по фарм-клубам выступал, тоже много игр подряд играл. То, что я прошел хороший сбор, и у меня сил хватает. Скажи, пожалуйста, можно оценить себе уровень казахстанской лиги? Ну, в Казахстане, во-первых, взрослый хоккей. Там играют уже более-менее зрелые игроки лет по 25, по 28 ребята. Ну, побыстрее, там, повеселее, может. Ну, и здесь, как бы, молодежная лига, ребята тоже, как бы, заведенные, бегают. Как бы. Но в плане, может, скоростей, как бы, здесь даже пару матчей бывает побыстрее, чем в Казахстане. Это последний вопрос. Чувствуешь, можно ли тебе сказать самому себе, что ты половина команды? Не могу вам ответить на этот вопрос. Если можно, последний вопрос. Единственная пропущенная шайба. Со стороны показалось, что сопернику просто повезло. Бросок верхом от синей линии, да, подставили клюшку. То есть... Не заплакал, не поверите. Вот. Ну, можно сказать, что тут именно в том плане, что повезло, потому что, ну... Шайбе там практически да, никак, да, да, пролетел, не полетел. Парень как бы здорово, он сначала не закрывал, потом в момент броска поехал, подправил шайбу. Все. Молодец. Огорчил меня сегодня. Ну, то есть это чисто вот так вот мастерство забившего, ну и плюс везение. Ну, как сказать, там, конечно, мастерство плюс везение. Да, парень хорошо сыграл на пятаке, молодец. Так я понимаю, что паники после пропущенной шайбы на последней минуте все равно не было. Да нет, какая паника, она же не по 15 лет, чтобы паниковать. Все, спасибо. Спасибо, с победой.